С 1 красавіка прибыток по банковских укладах будет обкладаться податками. Его ставка складе 13%. Специалисты подлічили, что за год податковый сбор с доходов по укладах складе больше за 50 миллионов долларов. Усе яны будут накированы у бюджет. Одразу подкреслим, что не все доходы у выгляде процентов по укладах будут обкладаться податками. Специалисты запевнивают, потребны отповедные умовы и их усяго три. Первое – это договора, которые заключаются с 1 апреля 2016 года. Второе условие – это доходы получаются от банков по вкладам, которые размещаются в белорусских рублях на срок менее 1 года, а в иностранной валюте на срок менее 2 лет. Третьим условием налогообложения является, когда процентная ставка по доходам, получаемыми физическими лицами, составляет, превышает ставку банка до востребования. Прибытки по долготерминовых депозитах податками обкладаться не будут. Изменения закраняют только короткотерминовые укладания. Отримание подоходного податку с их доходов будет складено на податковых агентов. Банк самостоятельно исчисляет подоходный налог и перечисляет его в бюджет. Гражданину нет необходимости посещать налоговые органы. Наталья Ильинич, Василий Лосянков, «Новини регіон».